Вот, друзья, сходил травы нарвал козы. Целый мешок мы рвем. Мы 3 мешка в день рвем им. Только мешок им за раз даем. Они его за 5 минут съедают, и потом приходится опять идти за травой. Вот, друзья, позы варили сегодня, обед у меня. Ну, обычные позы в светофоре покупали тоже. Мы их так иногда берем, потому что они самые дешевые. И сегодня, друзья, поговорим на такую тему, которую какие слова нельзя говорить вообще. Например, вы постоянно себя критикуете. Я за коту дам мясо. Вы постоянно себя критикуете. Это тоже нельзя делать. Или вы говорите, что у вас, например, что-то не получилось, и вы начинаете говорить, что вот я неудачник, у меня не получилось. Или, например, у кого-то получилось в этом же деле то, что вы хотите сделать, а у вас, например, не получилось. И вы начинаете тоже там завидовать. Ну или смотрите, что у кого-то получилось, а у вас не получилось. И вы начинаете себя сравнивать с ними. Ну, и тоже начинаете это унывать, вот это переживать там. Настроение у вас плохое. То есть сравнивать себя тоже с другими нельзя. Если, например, вы каким-то делом занимаетесь, и у вас, например, в этой сфере что-то не получилось, а у этого человека, например, у другого человека, например, вы видите, что в этой сфере что-то получилось. То есть, ну, нельзя это делать. Не нужно себя ни с кем сравнивать, потому что если вы будете себя с кем-то сравнивать, то у вас ничего не получится. Потому что вы увидите, что у вас ничего не получается, а у этого человека, например, что-то получилось, и все. Вы впадаете в уныние, и вам делать ничего не охота. Если вы хотите, чтобы у вас в каком-то деле что-то получилось, нужно всегда говорить, у меня все получится, я все смогу. Вот так вот. Даже если вы там на 1000% уверены, что у вас что-то не получится, вы все равно не должны об этом думать и говорить, пусть даже если у вас действительно не получится, но вы все равно должны говорить, что у меня все получится, все будет хорошо. Вот в что надо верить. Понимаете, от вашего внутреннего состояния много чего зависит. Если вы будете с чем-то, вы можете вообще, даже вот, например, я ролики, да, снимаю на YouTube, я могу даже ролик вообще беспонтовый снять, и он может набрать много просмотров. Это все зависит из-за того, что как вы себя внутренне чувствуете. Понимаете, если вы будете чем-то заниматься, и вы будете такой заряженный, позитивный, заряженный, там, вот у меня все получится, ой, круто, и у вас действительно все получится. А если вы будете говорить, у меня ничего не получится, критикуете себя, что вот тут, тут, и такими людьми тоже не общайтесь, которые вас постоянно критикуют. Друзья, хочу ситуацию рассказать, которая с нами сейчас произошла. Получается, моя мать ночью, ну, вечером покупала мороженое 6 штук за 37 рублей. Ну, плюс сосиски колбасные стоят 135 рублей. И ее как бы обманули на 23 рубля. То есть, сдачи должно все выйти 357 рублей, а ей получается 380 посчитали. Ну, 370, может, с чем-то там посчитали, короче. Ну и мы, естественно, пошли сегодня в магазин разбираться. Первый раз им чек показали. Они сказали, вот вы типа сосиски что покупали.
И все. Ну мы ладно думали, цена сходится, уехали. Потом почитали на калькуляторе и поняли, что на 20 рублей все равно не, ну, обманули. Мы опять поехали в этот магазин. И, а чек-то мы ему уже отдали, получается. И все. И мы, они говорят, чека нету, все поздно уже, типа. Они, получается, когда мы к ним первый раз приехали, они чек наш забрали. А второй раз мы уже приехали, говорить-то им, что цена-то неправильная. Они говорят, а чека нету, все. Ну, и, короче, эта баба там где-то за кассой далеко, такая, ну, полная. Начала, говорит, вы идите отсюда на, ну, матами, короче, пошли отсюда на, вот так вот нас кричать, короче, стал. Ну, я, естественно, камеру включил, начал, короче, это записывать, говорю, вы что так с клиентами, типа, разговариваете, какая разница, мы хоть там, не знаю, что спросить, у вас хоть раз пятый бы приехали, нельзя так с клиентами, типа, общаться, типа, материть. Ну, все, там какие-то пьяницы были, но они мимо нас шли, когда мы на машине ехали, какие-то пьяницы шли, бурят такой здоровый, дичайший, как он еще, как я думаю, врежет. Ну, такой здоровый, думаю. Ну, за счет этого бурят, то, что он здоровый, они, короче, начали все там возникать. Говорят, ой, вы что, типа, за 23 рубля приехали ругаться, типа, эти пьяницы-то, ханыги. Вот так начали. Да еще этот ханыга такой один говорит, типа, вот ты, типа, что ты меня снимаешь там, зачем? И они мне тоже начали кричать в магазине, что ты нас, типа, снимаешь? Ну, ругаться, короче, начали. Вот так вот. И, короче, эти пьяницы что-то орать начали на них, я их, короче, снимал. И все, короче, вот так вот. Ну, типа, на 23 рубля обманули. Мы приехали к ним разбираться, естественно. Но я думаю, никому это неприятно, если вас на 23 рубля в магазине обманут. Тем более в круглосутки. А, типа, бурят этот такой здоровый мужик говорит, типа, что вы за 23 рубля, типа, ругаться приехали? А мы говорим, нам-то главное-то не деньги. А если они так будут каждого-то обманывать, это сами понимаете, что будет. Ну, короче, эти пьяницы, которые с бурятом были, они что-то там начали ругаться. Уже уж то чуть ли не на мою мать хотели драться налетать, а у меня в кармане баллончик был. Я думаю, сейчас, если этот бурят здоровый налетит, типа... Ну, он не налетел, он спокойно себя вел. Я думаю, если он сейчас налетит, думаю, заступаться за этих ханык. Я думаю, я это прысну ему пару раз, думаю, баллончиком. Ну, я подошел к нему, говорю, я это видео, типа, могу не выкладывать. Ну, это бурят-то говорю. Бурят, типа, говорю, что вы за 23 рубля, типа, ругаться пришли? А моя мать говорит, нам-то главное-то не деньги, а то, что если каждого будут так обманывать на 23 рубля, ну все равно неприятно просто, что обманули на 23. Просто дело даже не в деньгах, а просто то, что обманули, уже неприятно, как говорится. Ну такая, короче, ситуация случилась. Там, короче, ругань такой, скандал был вообще жесткий. Я не знаю, это видео буду выкладывать или нет, наверное. Попозже потом выкладу когда-нибудь. Ну, короче, вот такие дела произошли, то есть, ну, обманули на 23 рубля, и, короче, мы, конечно, естественно, разбираться пошли. Я думаю, так бы каждый бы, ну, каждому было бы неприятно, если бы в магазине вас бы на 23 рубля бы обманули. Ладно, там рублей на 5 бы обманули, то еще ладно. Вот так вот людей, понимаете, в магазинах обманывают, да? То есть, когда вы товар покупаете, лучше, конечно, подсчитывайте все на калькуляторе, чтобы вас как бы не обманули. А то, видите, ну, просто, ну, неприятно, когда вас обманывают, видите, в чем дело. Ну, короче, там эти ханыги на нас, короче, ругаться начали, что-то там. Мы тоже на них там ругались, естественно. Я думаю, сейчас там до драки недалеко, думаю, уже все, приготовился, думаю, баллончиком сейчас прысну все. У меня баллончик в кармане лежал, думаю, сейчас напрыску им. Думаю, этому бурятому здоровому тоже напрыскую. Но он не налетел, хорошо, что он не налетел. Он вообще такой дичайше здоровый был. Где-то 1,90 м, наверное, ростом такой. Ну, сам такое телосложение у него крупное было. У меня, короче, почти чуть больше на полголовы, короче, выше был. Ну, короче, такие дела произошли. Может, я это когда-нибудь видео опубликую, может быть, потом, может быть, когда-нибудь. Сейчас просто не хочу. Просто проблем мне не надо, не хочу с ними ругаться. Ни с кем. Ну, конечно, кто-то может подумать, типа, за 23 рубля идти там ругаться с кем-то, разбираться. Да, я, может быть, с вами соглашусь, но... Суть-то в том, что обманывают постоянно. И нас один раз даже в светофоре хотели обмануть. И то они не обманули нас. То есть они нам 4140 рублей, 180 рублей посчитали. А потом пересчитали это все, когда у них аппарат кассовый заглючил. И все вышло на 4140. То есть они нас на 40 рублей, на 49 рублей даже хотели обмануть. То есть видите, как сейчас в магазинах, аккуратнее будьте, сейчас видите, как обманывают. То есть такая сегодня ситуация произошла жесткая, да, там такой ругань, скандал был. Может, когда-нибудь выложу это видео.
Этот, конечно, ханыга начал говорить, типа, вот вам что это видео нравится снимать. Да я, ну, эта баба, когда начала материться на меня, продавщица там, которая работает, я ей сказала, говорю, я это видео снимаю для того, чтобы вы, чтобы клиенты знали. Вы так будете каждого обмануть, это нехорошо. Ну, я на нее очень жестко наорал так. Она же испугалась и заткнулась. Короче, я на нее жестко наорал, конечно, потому что... Ну, а мы просто у нее спросить хотели, она там начала где-то из угла на нас кричать, пошли вы на отсюда. Вот так, короче. Ну и там, короче, на нас тоже эти ханыги начали ругаться. Короче, такого сегодня ситуация произошла. Не знаю, буду ли я это выкладывать потом со временем. Напишите, что вы думаете про эту ситуацию. Конечно, мы, может быть, тоже не правы, но на 23 рубля обманули нас. Мы тоже, может быть, конечно, не правы, то, что из-за этих 23 рублей можно было так вот спустя рукава. Думаю, нафиг эти 20. А дело-то не в деньгах. Просто, ну, было обидно, что обманули. Не знаю, пишите, что вы думаете. И что вы делаете, когда вас обманут в магазинах, там, на сколько-то рублей, что вы делаете? Идете вы разбираться или просто так? Не, ну мы в иной раз бываем, что нас обманут, да, мы просто вот так вот, ай, и все, и забываем. Ну тут просто мы проездом были в магазине, и мы решили заехать просто у них спросить, и все. Они начали там материть на нас всяко разно. Ну, такие дела, короче. Пишите, что думаете. Я думаю, что в этой ситуации нету, никто не прав, думаю. Я, конечно, себя считаю правым, потому что, ну, обманули же все-таки. Так что пишите, что думаете.